Здравствуйте, сегодня мы покажем Миксток. Вся интересующая вас информация будет под видео. Пальто, тонкая подкладка, размер L. Сейчас я вам покажу то, что не вошло в количество посчитанных единиц. Расшит бисером внизу. Теплый с одной стороны. Верх от купальника. Поясок. Еще поясок. Также от купальника. Синтетика эско на одно плечо с открытым боком. ХБМ-ка. Очень плотная, с подкладкой, размер М, очень длинная. Гипюр сверху, размер L. ХБС-ка с полуоткрытой спинкой. Большая вязка эска. ХБ, 38 размер. Джинс довольно плотный, 36 размер. ХБА. Тоненькая элька. Тонкая костюмная ткань, 44 размер. Джинс, 42 размер. Велюр. Размер М-ка. Джинс размер М. Очень тонкий джинс размер М. Синтетика эска. Атлас. Впереди расшит поеточками вверх. Декоративно. 36 размер. Синтетика. Adidas L-ка. Синтетика М-ка. Также синтетика М-ка. H&M. Стретчевая. 38 размер. Джинс, также с этикеткой, как вы можете видеть, размер М-ка, также джинс, размер L, катон, размер М, синтетика S-ка, катон L-ка, джинс эска, теплая, размер М, джинс, 30 размер, тоненькая ткань, размер 2XL, тоненькая теплая ткань, эска, здесь немножко, это так она помялась, простите. Синтетика эска с камушками, там все камушки на месте. Вязаная эска. Костюмная ткань, тоненькая, без подкладки, 38 размер. ХБ, очень приятная на ощупь. Размер S. Довольно тонкий джинс 36 размера. Плотная,
размер S, чего с теплой подкладкой. Тоненькие, костюмная ткань, 3/4 размер. ХБ-элька на одно плечо. Ветровка S-ка, тоненькая. Джинс M-ка. ХБ-эска. Спинка у нее полностью открытая, и внутри есть еще маечка. ХБ-2XL. Атлас S-ка. Синтетика M-ка. Костюмная ткань L-ка. Джинс S-ка. Очень тоненькая костюмная ткань. 3/4 размер. Джинс 29 размер. Необычная вышивка на карманах. Купальник. Расшиты пайетками впереди. Джинс 30 размер. Джинс размер S-ка. Костюмная ткань M-ка с небольшим подкладом. ХБ M-ка. Велюровая S-ка с открытой спинкой и подплечниками.